Всем привет, друзья, с вами канал Guru Games, и мы продолжаем Орден, короче, 1886. И вот, стоим перед дверью, за которой, скорее всего, начнется какой-то экшончик. Мы с моими друзьями, вот, Гита, какой-то, не знаю, кто это, какой-то хер. Ну, вроде нормальный. Забыл, как его зовут. Как же, блядь, как Росомаха, я, по-моему, звали его. Ой, как же, подожди. Просмотрите архивы. Логан, во. Ищите заявки, декларации, накладные. Любые свидетельства перевозки полукровок. Так, обыщите архив. Так, ну ладно, экшена не будет. Что-то найти. Спокойно, Финли. Искать будем мы. Так, сейчас, секунду. Ага. Что, так быстро, что ли? О. Чё? Хер поймёшь. Здесь ничего нет. Ой, блядь. Гроза. Да, ну ладно, там этот лазит. Пойдем в другую сторону. Он, я надеюсь, обыскивает или нет? Че там? Что-то есть. Вот это, блядь, сычек, я понимаю. Должно же быть что-то. Рука не поводил чисто. Опа, это записи, по-моему. Шопен. Так, где посмотреть? Хераму, сколько у нас уже? Рамаяна, Весть, Шопен. Увядание. Понятно, хуйня. Ушла с дороги, блядь. Мне, блядь, походу придется весь архив обыскать. О, нашла сама. Нихера там книжка. Мне это на пару вечеров хватило бы. А, это атлас, ёбаный стыд. Рыцарь, сюда! У меня примерно такое же было раньше. Вот такие СССРовские коричневые здоровые. Вам будет пусть интересно. Эти грузы отправлены в мою страну. Если документ не лжет, компания закрепилась уже в каждом индийском штате. Вот, груз Агамемнона. Цель — восточное побережье Америки. И еще три груза в ту же сторону. Дальше корабль «Океаник». Отплывает через 6 недель. Надо его перехватить. Где Финли? А фиг его знает. Финли его знает, вот так вот. Что такое? Опа! Еще один древний. А, я не понял. Что это, он не будет нападать? А, это Гастингс. Лорд Гастингс. Да, вот Гастингс. Теперь верите? Все это его рук дело. Убийство Вуайчепеля. Полукровки.
Индийская компания. Все вы. Якоб Ван Нек. Или как писаки из Флит-стрит нежно называли меня, Джек-потрошитель. К вашим услугам. О, пришел. Благодарю, сэр Лукан, за доставку мятежников. Разберитесь. Ёб твою мать, ты плохой. Не подведите нас. Вы. Весьма удачно, правда же, сэр Галлан? Я думал, нормальный чувак. Лидер повстанцев пойман. И предатель найден. Вот все так. Все одним точным ударом. Сучара, сука. Предатель это вы, к сожалению. Алистер, как же так? Простите, брат. Пидорас, нахуй. Прежде всего я храню верность своим. Каким своим? Он тоже самое спросил, свои? Бегите! Так, что? Блять, подожди. Ай, вот так. Ёб твою мать, нихера. Пизди его, нахуй. Не меня, его! Блять. В смысле, своим он тоже оборотень или что, тоже древний? Ой, блядь, подожди, ёб твою мать. Я джойстик вообще отпустил, просто что-то проебался. А, нормально. Всё, блядь, попался. Ого. Ой, сука. Это лох сыкливый, сука, нахуй. Куда, куда? Не вижу. Блять, подожди, не понял. А, хуя, я слепо шар иду. Беги давай. Вот и ебан. Опа. Чё-чё? А, ну понятно, я так и думал. Ладно, с этим мы разберемся быстро. Нет. Рыцари, говорит командир, подтверждено вторжение в главное здание Объединенной Индийской компании. Муниципальная полиция приведена в боеготовность. Защита жизни лорда Гастингса – наша главная задача. Задерживание подозреваемых с особой осторожностью. Короче, я предателем, походу, стал. Для всех. Француз, походу, пришел. Оборотни, обезьяна, одно и то же. Галахад,
Не смей. Стойте, я объясню. Кому сказала не двигаться? Вы прибыли вовремя. Нам сообщили о вторжении. Сэр Галахад ворвался сюда с бандой повстанцев. Хотел убить меня. Это ложь. О, вот, полюбуйтесь, к чему это привело. Сообщница сэра Галахада — женщина. Именно она лидер повстанцев. Пока она на свободе. Но ненадолго. Немедленно отзовите охрану компании. Ой, можно сказать, что ребята — это оборотни. Поимкой этой женщины займутся рыцари. Изи, послушайте, вы ошибаетесь. Персиваль, отведите преступника в камеру. Мне очень жаль, что задание выпало вам, маркиз. Я более чем вы, месье. Уберите его с моих глаз. Вот оно как. Благодарю вас, леди Грейна. Вы вмешались очень своевременно. Мы просто выполняем свой долг, лорд Гастингс. И все же, сударыня, присматривайте за предателем повнимательней. Вероятно, вы предстанете перед судом. Нужны будут ваши показания. Я всегда к услугам рыцарей королевы. Заключенный обвиняется в преступлениях самых тяжких. Он предал вековые устои нашего ордена. Более того, я все еще думаю, что этот хер тоже плохой. Он вступил в сговор с безбожными мятежниками. И будто этих злодейств мало, он также покусился на жизнь нашего казначея, лорда Гастингса. Сэр Галахад — подлый предатель. Человек без чести и совести. Я прошу совет назначить ему строжайшую из кар. Я прошу совета снисхождения. Сэр Галахад веками служил ордену веры и правды. Веками? Быть может, в смысле нашего веками? Брата-рыцаря... Что, черная вода продлевает жизнь? Еще можно вернуть на праведный путь. Командор выказывает излишнюю мягкость. Доказательства против Галахада... неоспоримы. Я видела Галахада в обществе этой мятежницы. Я не могла расслышать их разговор. Но они общались довольно дружески. Они покидали заведение, укрывающее повстанцев. Сэр Галахад говорил с лордом канцлером и со мной. Он озвучил ряд абсурдных обвинений в адрес индийской компании и собирался разыскать лорда Гастингса. Пригласите лорда Гастингса. Лорд Гастингс, скажите, вы опознали того, кто напал на вас? Поздней ночью сэр Галахад проник в нашу штаб-квартиру в сопровождении предводительницы повстанцев и ее сообщников. Я не была уверена, что иду именно за Галахадом, но... нашла его мундир, брошенный у логова повстанцев. Как его командир, я пытался убедить Галахада одуматься. Очевидно, моим советом он не внял. Эти люди атаковали нескольких охранников и ворвались в мои покои, намереваясь меня убить. Когда мы обнаружили лорда Гастингса, он был ранен. Он должен понести наказание за свои действия. Итак, рыцари, каков будет ваш вердикт? Виновен.
Виновен. Виновен. Виновен. Виновен. Виновен. Чё, француз? Виновен. Где это виновен? Виновен. Ну ты сучка, конечно, нахуй. Чисто вот реально приревновала меня, нахуй. Виновен. Ну этому явно видно, что тяжело далось. Он же всего не знает. Я вообще не обвиняю его, вот реально, ну. Лягушатник ёбаный за нас, походу, будет, ну. Приговор смерть. Не смысл лягушатник ёбаный, я смысл ёбаный в рот, лягушатник будет за нас. Бля, ещё, блядь, выпивку отобрали, пиздец. Флэшбэки пошли. А мы-то с другом думали, ты уже покойник. Ну что, покойник? Блять, моя собака ебанутая напугала. Фу. Закрывай. Так, блять, ну-ка, фу. Гавкает там нахуй на кого-то, хуй знает. Хуй угомонишь теперь. Лучше сдавайтесь. А, ну вот, сейчас я прыгну, и все продолжение будет получаться. Такое не прощается. Вы забыли, лорд-канцлер. Я уже хочу мертвец. Галахад! Это, сука, орала это, нахуй, играя она, значит, блядь, все-таки это. Любит меня, сучка. О, точно. Осторожнее, друг. Или нет, не он. А, Тесла. Он выживет. Это уж ему решать. Тесла молодец. Два дня. Прошло уже два дня, мы не можем его так оставить. Я сделал все, что мог. Теперь не мне его защищать. Я призову его, если он выживет. А кто это? В смысле, не понял. Друг мой. Друг мой, не покидайте нас. Сэр Галахад! Сэр Галахад! Вот, леди Лакшми. Хорошо, что вы позвали меня. Я не знаю, как помочь. Его ищут по всему Лондону. Да, ищут. Мы о нем позаботимся. Выживет он или нет, время покажет. Глупите, Никола! У меня нет выбора!
Вся времени прошло уже. А вдруг они уже знают? Хватит, вы уже помогли. Теперь предоставьте это нам. Я еще столько всего могу сделать, леди Лакшми. Прошу, позаботьтесь о нем. Боюсь, что без него у нас нет шанса. Так, до Нового года пролежит, походу. Очухался, блин. Наконец-то. Лакшми. Ну, рыцарь, вы так просто не сдаетесь. Где я? Вы в убежище на набережной. В хостеле. Вы провели здесь без сознания почти 2 недели. Идемте. Нам нужно как-нибудь вернуться в Уайтчепл. Полиция вас повсюду ищет. Как вы меня нашли? Благодаря Николе. Он укрыл вас здесь и позвал меня. Никола, откуда вы его знаете? Пусть лучше он сам вам объяснит при случае, как мы связаны. Он оставил вам это. Надеялся, вы оцените. Что-нибудь новенькое, оружие какое-нибудь. Так, водичка, это хорошо. Ох, ну, жених. Идемте. Вышел, оделся тут. Лакшми, откуда вам известна черная вода? Мне даровали это знание. Вы хотите сказать, рыцарь? Сэр Борс де Ганис. Сэра Борса не видели с тех пор, как он отправился на поиски Грааля. Так он жив? Он в Ост-Индии? Я не говорила, что он жив. Ёк-макалёк. Охранник убит. Нет, еще один. Больно. Сядь. Да, что ты будешь делать? Не садится, зараза. Лакшми. Откуда вам известна черная вода? Мне даровали это знание. Вы хотите сказать, рыцарь? Сэр Борс де Ганис. Сэра Борса не видели с тех пор, как он отправился на поиски Грааля. Так он жив? Он в Ост-Индии? Я не говорила, что он жив. Берите Бога. Беглец может быть вооружен. Патруль компании. Этого я и боялась. Сейчас мы их точно сделаем. Это не я. Охранник нейтрализован. По левому тоннелю приближается еще один отряд. Цель поражена. Все. Еще кто-то есть.
Все. Но я полагаю, это не последнее. Согласна. Будьте наготове. Да будем, будем. Ладно. Сейчас проверим, что здесь. Лучше этот. Все, здесь закончу, короче. Походу, следующая серия будет последней, так что всем до встречи в следующей серии.